Щипатель зубр. Я им ровняю герметик. Сейчас покажу. Вот я нанес герметик на определенную поверхность. И вот этим шпателем вместо пальца аккуратно размазываешь его. То есть получается достаточно ровный слой. Излишки можно подрезать. Короче, работаем как обычным шпателем, но только к нему ничего не прилипает. И вот такое вот издевательство, если не получилось. Раз. Аккуратненько собрали. Ничего практически не остается. Остается все на шпателе. Ну, в общем, удобная штука.